Всем здравствуйте! Известный фигурист Роман Костомаров вот уже четвертый месяц находится в столичной клинике «Коммунарка». Из-за агрессивного сепсиса врачам пришлось ампутировать спортсмену ноги по колено и кисть руки. В итоге гангрену остановили, но, по мнению врачей, расслабляться пока рано. Сегодня доктор Авербах заявил, что сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставили неизгладимый след в организме Костомарова. Врач отметил, что все эти заболевания имеют свойство возвращаться. Также специалист отметил, что спортсмен чувствует себя лучше, однако процесс реабилитации Костомарова может затянуться на годы. То, что Роман идет на поправку, это очень хорошо. Прямо скажем, шансы на благополучный исход были крайне малы, по той информации, которую мы имели ранее. Расслабляться определенно рано. Впереди большой курс восстановления. Сначала Романа должны перевести из реанимации в обычную палату, а потом в реабилитационное отделение. Это очень долгий процесс. Спортсмен будет под наблюдением врачей минимум полгода, но если учитывать его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет, объяснил доктор. Сейчас врачи делятся разными мнениями относительно состояния Романа Сергеевича. Так, например, терапевт Юрий Серебрянский объявил, что возможность рокового финала сохраняется. Увы, не каждое лечение заканчивается успехом. А вот терапевт Андрей Звонков заявил, что есть случаи, когда выписанные больные в стабильном состоянии были госпитализированы повторно. По этой причине Роману не следует торопиться домой, несмотря на то, что он очень хочет вернуться к супруге и детям. Организмы у всех разные. Тут не угадать, как он себя поведет. Все будет зависеть от того, насколько протезы приживутся, и вообще еще от очень многих факторов. От того, как у Костомарова в целом пойдут дела, и, конечно, от воли Божьей, объяснил он. Будем надеяться, что процесс восстановления фигуриста будет быстрым и успешным. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!